Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Days After. Как-то вещь, я весь покоцанный в радиации. Да, это у меня были вылазки такие. Поэтому нужно, наверное, сейчас отдохнуть. Буквально чуть-чуть. И, как видишь, я снова целенький. Без радиации, без всего. Так, ну что, ребят, сегодня я хочу что-нибудь сделать. Может быть, даже скрафтить. Что у нас вообще есть? Кстати, смотри, еще один прикол. Захожу я к себе на почту, и у меня на почте лежит full комплект. Я не знаю, за счет чего мне это дали. Чистильщик, видишь? А кожаную куртку 9 мм я... Так, пистолет я обменял у шерифа. А кожаную куртку я нашел, по-моему, в сундуке. Так вот, я вот думаю, может быть, нам сходить сегодня и позачищать некоторые территории? Как ты думаешь? А именно с волком? С чудовищем там, с этим? Можно попробовать, я не знаю, получится или нет. Хватит ли у нас мощей? Нам нужно будет с тобой еще взять хавчика, наверное, или аптечки. Сейчас посмотрим, что у нас тут с тобой есть. Аптечки хоть есть? Ага. Кстати, про рюкзак, ребята. Мне еще дали рюкзак, я его уже натянул. И он мне дает все ячейки, которые доступны. Так что я крутой. Давай-ка мы, наверное, с тобой все-таки сделаем следующее. Сейчас я выкладываю все свои шмотки. Вот это вот все убираем. Берем то, что мне выдали. И отправимся на локации. Так, где у меня здесь? Почта. Я надеюсь, эти вещи целые, не какие-нибудь там поломанные, переломанные. Ну-ка, как я буду выглядеть, интересно. Так, штаны, ботинки. Ну нифига, ребята. Я прям какой-то астронавт, получаюсь. О-хо-хо-хо-хо-хо. Слушай, ну это шикарно смотрится. Так, ребята, пойдем. Блин, аптечки, забыл совсем взять аптечки. Или еду взять мне, фиг ее знает. В общем, мне нужно чем-то отхиливаться. А у меня нечем, к сожалению. Так, ладно, посмотрим, что у нас тут для еды. Можно взять тыквы. О, и мясо. Слушай, может быть, нам автомат не тратить, а пистолет взять? Хотя фиг ее знает. Ну что, погнали, посмотрим, ребята, что нас там ожидает. Волчью кровь нам в любом случае нужно с тобой добыть. А вот сможем ли мы его победить? Вот это уже интересный вопрос. Мне просто непонятно, за что дали. Может быть, то, что я был 7 дней в игре, заходил там, потому что главный приз был сундук. Я его взял, но я его не вскрывал. Так, у нас с тобой получается вот здесь вот медведь, что ли? Да не надо мне ваших собак. Здесь волк, а вот здесь, по-моему, медведь у нас, да? Одинокая скала. Давай попробуем его бомбануть для начала. Мне кажется, сейчас из автомата ему зарядим, мало не покажется. Вход. Я еще, правда, не знаю, насколько у нас хорош этот костюм, который мы с тобой одели. Он без звездочек, он как бы обычный, но зато фул броня. Починив и заправив автомобиль, вы сможете добраться до локации типа... Фиг знает до каких. Ну где он? Где этот медведь? Кстати, нам нужно с тобой еду-то поставить. Я его не вижу. Вот он. Какое там нафиг на изи? Кто мне сказал, что на изи его бомбить? Не знаю, ребята. Никакого изи я тут не вижу. Смотри. Твою налево. Отходим. Ну. Я его добью. Автомат, кстати, очень крутой. Посмотри, сколько я бомблю. Давай, 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 давай. Ать, отходим. Докопался, а, до меня. Отходи, отходи, отходи.
Уходим, блин. Давай, 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 давай. Твою налево. Без воды, говорит, я долго не протяну. Есть. Друзья мои, медведь-мутант повержен. Ох, нифига тут голова. Голова медведя. Такие вещи можно сразу нести на обмен оружейницы. Так, подожди, у нас питье заканчивается. Что мы можем с тобой сделать? Ага, тыква нам немножко восполняет жажду. И похоже, все, здесь больше ничего нету, друзья мои. Так что надо отправляться теперь, наверное, на волка. Мне кажется, что волк тоже такой же будет свирепый, как и медведь. Блин, медведь-мутант повержен. И вот теперь представь, как я должен был его бомбить дубинками или пистолетиками. Мне кажется, этого невозможно было бы сделать. Слушай, а этого чудика смогу завалить? Наверное, вряд ли. Пойдем посмотрим теперь на волка. Пробежимся, сделаем с тобой, так сказать, зачистку. А эта локация, по ходу дела, обновится скоро. Ну что, вот и волк. Блин, у нас... Мне жалко этот автомат, очень прикольный. Я не знаю, смогу ли я такое когда-нибудь себе сделать. Но бомбит он божественно, мне понравилось. С таким автоматом пойти, например, на новую локацию будет одно удовольствие. Так, что такое-то? Давай, ходи. Ну и где? Оу. Слушай, он здесь не один. Оух. Вожак стая, блин, я думал, что он здесь один будет, ребята. Слушай, ну это не вариант. Их там дофигища, я не смогу их одолеть. Трындец, зря только стрелял там. Но если бы был бы автомат, например, трехзвездочный, может быть, мы и смогли бы бомбануть его. Давай посмотрим тогда вот этого охламона. Здесь такой мутант здоровый ходит. Вот он, выглядит как. Но он, по-моему, один. Сейчас проверим. Если мы его сможем победить, то это будет круто. А если нет, нам опять придется убегать. Ну давай ты быстрее прогружайся, господи. Так, где ты там? Ох, ё, 4500 хп. Фига, но он 5 единиц урона наносит всего лишь. Ху-ху. Чего? Тут еще зомбики есть. Так, это что, гнезда, что ли? Я не могу понять, что это такое? Точно, ребят, это гнезда. Мне опять почему-то хочется пить. Твою налево, блин, ребята, у меня питье заканчивается. Это не помогает мне. Короче, я не смогу его одолеть. У меня сейчас просто жажда замучит, и я, ребята, отдуплюсь. Придется отступать. Трындец, за каждый удар у меня тратится жажда, короче. Слушай, ну можно его забомбить, он медленный. Зомби, который там выходит, в принципе, это фигня, все. Слушай, давай-ка мы с тобой сбегаем к шерифу. 28 энергии тратим. А вдруг они мне сейчас эту голову обменяют на что-нибудь. Голова медведя. Стоп, а, уже не отказаться. Хотел забежать домой, взять ушей фриков. Вдруг там на обмен что-нибудь есть. И, кстати, посмотрим сейчас, вот сколько у нас с тобой брони потратилось на шмотках. Мне вот интересно. Урон мы получили с тобой маленький, там по 5 единиц. То есть это вообще несущественно. Ну-ка. Автомат. Слушай, ну броня очень хороша. Ладно, пойдем сюда зайдем. Посмотрим, что у нас тут по заданиям. Фигня, ребят. Где-то пропуски эти еще брать. Где их брать? Ума не приложу. Так, ну и что же у нас предлагает дамочка? Принеси, говорит мне, волчью кровь, и я тебе дам ствол адского пламени. То есть мы с тобой должны будем собрать сами, да, вот этот. Но барабан у нас есть уже. Ствол, потом, наверное, рукоятка.
Короче, пошел я домой, наберу еды, питья и сходим с тобой, знаешь, куда? Мы с тобой пойдем сейчас на свалку. Помнишь, у нас там есть задание? И, видимо, я, знаешь, что подумал? Скорее всего, мы там с тобой освободим персонажа. У нас же есть ячейка дома, да? Которую мы с тобой сделали. Это для торговца. Мне кажется, что он именно там будет. Свалка находится вот здесь. Кстати, мы можем с тобой пойти сейчас в универмаг и одолеть цветочка. С такой броней и с таким автоматом, я думаю, это вполне реально. Плюс у нас еще есть пистолет. Я, наверное, возьму кожаную куртку, чтобы не тратить броню. Слушай, ну сегодня мы полутаемся, я думаю, неплохо. Так, во-первых, питье нам нужно с тобой. Так, ягоды нам... Хотя вот это нам больше поможет. Так, выложим. Ракетница нам не понадобится. Шкура медведя. Будем ждать, когда это задание у нас будет доступно, чтобы все это дело отнести. Так, подожди, вот это что? Тяжелая шкура. Предыдущий хозяин расставался с ней неохотно. Теперь можно смастерить из нее что-то. Ах, вот оно что. Значит, мы с тобой что-то можем смастерить из шкуры медведя, поэтому эта локация там у нас постоянно и появляется. Так, секундочку, куда мне положить? Наверное, сюда. Этот барабан положим. И пистолет. С едой, ну, как всегда, ребят, проблема у нас. А кожаная куртка. Ты называешь ее бывшей. Такая же шкура. Ты понял? Вот так вот. Кстати, попить-то нам надо. Ну-ка. Вот, 100%, отлично. Так, ну что, друзья мои. Блин, это надо выложить. Лишний инвентарь занимает только. Куда нам положить с собой эти сумки кожаные? Сюда, наверное, да? Пускай лежат. Ну что, я предлагаю... Блин, а мы еще и бензозаправку с тобой, кстати, полностью не прошли. В общем, у нас есть где разгуляться. Поэтому предлагаю все-таки идти вначале на свалку. Пойдем сходим на свалку. Или в универмаг лучше. Все-таки на свалку, наверное, побежим. Разберемся на свалке. Надеюсь, у нас хватит и здоровья, и всего. Я возьму сейчас пистолет. Из пистолета пока постреляем по ним. Добежим до той точки, которая там у нас отмечена вдалеке. Посмотрим, кто там или что там. Может быть, там какое-то задание, фиг его знает. Так, я пистолет-то не выложил случайно. Потому что он мне здесь пригодится. И автомат с тобой поставим, ну, как бы уже на замену, если что. Чтобы можно было быстренько переключиться и навалять им. Древесный уголь можно получить с помощью костра. Но каменный уголь можно добыть только в шахте. Ага, каменный уголь еще будет. На свалке, как мы знаем, здесь полным-полно рейдеров. Где мой пистолет? Вот он. Пока с ним походим. Стоямба. Ну-ка, как у нас тут бомбит? Отлично, и скорострельность неплохая. Но тратится очень быстро. Вот это плохо. Так, волчара. И там еще один жучара. Фиг с ним. Даже не услышал, что ли, олух? Этот олух меня даже не услышал, прикинь. О, отдохни. Так, а у него что-то есть. Ух, ёк, макарёк. Явился все-таки. Так, ну из пистолета мы его быстренько раскромсали, кстати. Нашивка. Так, траву я пока собирать не буду, это все потом, со временем. Вначале зачистка. Рейдер-ветеран. Так, волчара. Присели. Готов, хлопчик. Так, шкуру забрали.
Опять присели и... Подожди-ка, здесь что-то есть. Нашивки. Ну, нашивки нам, естественно, нужны. Мы их обменим у шерифа на полезные штуки. Опа. Найти вход на свалку? Так, у нас появилось еще два значка. Кто-то бежит, что ли, ко мне? Как ты, гад, меня увидел-то? Та-данс, открыть чертежи. Ребята, кожаные ботинки, кожаные перчатки и кожаная шапка. Так, слушай, вот это уже хорошо. Вот это вот, опа, вот она, кожаная куртка. Замечательно. Присели, пошли дальше. Так, там я вижу сундук. Волчара. Минус. Так, рейдер-ветеран, иди отсюда. Ну, мы его забомбили. Так, забираем покрышку кусок. Шкуру, как всегда, какую-нибудь. Ага, бивень. Да подожди ты, мне нужно вот это вот открыть. Открывай давай. Будем смотреть, что здесь лежит у них. Твою налево, я его не увидел. Вышел там, блин, из-за уголка. Опачки. Арбалетик. Не целый, правда, но фиг с ним. Нашивка. Там, кстати, еще кто-то ходит. Это элитный рейдер. Больше он не элитный. Далее. Так, кто-то бежит, по-моему, да, к нам? Точно, ребята. Все, довыеживались. Так, открываем с тобой. Да ё-моё, говорю, открываем сундук. Ох ты, смотри, какие вкусняшки здесь, ребята. Так, стоп. Блин, того надо облапать. Вот. Нашивки должны быть, ну, естественно. То есть, грубо говоря, для этой локации пистолет самое то. То есть мы здесь разбираем с тобой нормально. Так, пойдем дальше. Сумка. Тихо, кто-то бежит. Кусок говна. Разобрали мы его. Так, а вот и сумочка. И что, интересно, мне лежит? Ключи. Так, что за ключи, ребята? Важная часть грузовика на свалке. Заходит не по-детски с 1896 года. Ключ зажигания. Очень интересно. Автоматчик. Ты посмотри, а. Блин, пистолет жалко, конечно, кончается. Как же я хочу, ребята, крафтить уже какое-нибудь огнестрельное оружие. Так, веревочки. Это еще броня у меня хорошая, прикинь. Сколько они по мне бомбят, у меня вон сколько хп. Так, что у нас тут? А это что такое? Гвоздемет, в прошлом полезный инструмент настройки. Да и сейчас забивает на ура. Это хорошо. Так, друзья мои, у нас следующий значок находится. Тихо, 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 кто там ползает? Так, минус. Минус. Да что оно горит-то, я не могу понять никак. Нашел я вход на свалку, и что дальше? На свалке куча полезного добра, осталось только забрать его, не всполошив толпу бандитов. Возьми. Так, ключ зажигания взял. Это уже новые какие-то задания. Рычаг КПП. Видимо, мы сейчас, кстати, с тобой найдем рычаг КПП. Вероятнее всего. Твою налево, волчара тут. А зачем нам это все? Ключ зажигания, рычаг КПП. Мы с тобой, что ли, машину будем собирать какую-то или что? Пока это для меня не ясно. Да... Твою налево. Явился из ниоткуда. Мясо возьмем. Если не будет хватать места, наверное, мы с тобой откажемся от мяса. И возьмем что-нибудь полезное.
Так, воду выпьем сразу же. Так, присядь. Будем по стелсу. Ага, нам, скорее всего, вот сюда нужно. Ну, да сдохнет он уже или нет, блин. Нашивки. Собираем, ребята. Ага, что у нас тут? Что-то не то стал открывать. Я вообще-то хотел вон то заюзать. Бинты. Так, один используем с тобой. Так, вот это придется выпить. Так, что у нас здесь? Наверное, КПП. Да. Рычаг коробки передач. Так, вот это выбрасываем с тобой. А это забираем. И задание выполнено. Теперь, смотри, нам показывают вон ту цель. Мне кажется, мы сейчас с тобой починим машину и пробьем ворота. Да ладно, серьезно, что ли? Так, ключи, ключи, вот они. И коробка передач, рычаг. Завершить. Воу. Смотри, 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 стоят там. А, мы отошли, грузовик сам поедет. На нафиг. Всех там раскидало. Неисправный грузовик. Слушай, у нас дальше есть какая-то цель. Мы здесь забираем награду. Так, войти на свалку. И еще два задания будет. Слушай, зайти на свалку. Тут, наверное, зомбарей будет сейчас полным-полно. Мы же их не убили. Ага, они валяются. Так, давай потихонечку. Надеюсь, тут никаких... Слушай, почему у меня, ребята... Стоп. Я не понял, почему у меня здесь сбилось все? Ты видишь, что у меня происходит здесь? Хм, так, секунду, ребята, надо переделать управление. Так, ну что, вроде бы все нормально. Ёк-макарёк, ты посмотри, сколько их тут. Кто еще тут бежит? Грязный Остин. Джорджи тут завалялся. Так, это еще не все. Ух ты, это что такое у нас? Шоколадный батончик. Ладно, заберем. Присядь. Ты посмотри, 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 бегут. Слушай, их здесь много. Тихо, Марв. Ну-ка. Слушай, ну автомат так себе. Он, конечно, скорострельный. Но не мощный, поверь мне. Поэтому я, наверное, так слишком долго их и разбираю. Этих зомбарей всяких. Так, еще шоколадный батончик. Так, надо собрать лут. Ну. Да. Я думал, что автомат, ну, он как бы посерьезнее. Именно по дамагу. Но нет, ребят, я ошибался. Так, это все... Кстати, может быть, нам проверить вот эту штуку? Гвоздомет? Я вижу, что он слабее, чем автомат. Так, собираем все, что можем. Там сундук лежит. Ухо. Блин, ухо как бы нам пригодилось бы. Что делать-то, а? Ладно, фиг с ним, пускай она валяется здесь. Что у нас тут находится? Шоколадные батончики, так много их. Давай потихонечку. А это еще что такое? Тут должна быть лестница, надо поискать в здании. Опа. А это еще кто там такой? Так, ребята, какой-то новый чудик сидит. Надо поискать в здании. Грязный Саймон уже сразу же тут. Нифига себе. Слушай, ну неплохо. Почти как автомат, ребят. Так, сейчас мы тут с тобой все пособираем.
лестницу найдем. И надеюсь, мы этого чудика там спасем. Хромоногого. Блин, сколько у меня тут шоколадных батончиков уже насобиралось. Так, ну-ка, хламон. Готов. Так, собираем все. Что у нас здесь лежит? Лестница, может быть? Твою налево, у меня уже не хватает, ребята. Так, мясо используем. Я на всякий случай заберу это. Уже о бревнах и разговора быть не может. Недостаточно места, металлолом, да? Так, тихо. Это у нас кто, Марв? Готов, он даже ударить не успел. Так, много сникерсов, я теперь обожрусь. Тихо, куда ты пошел-то? Нормуль. Так, тут у нас что? Сюда нужно, ребята, еще бежать, выкладываться и бежать. Ты посмотри. Чего только нету, и припарки здесь лежат. Так, лестница. Ох, ё. Ты посмотри, сколько их на улице. А зачем я забрался на крышу? Так, подожди-ка секунду. Так, а как мне... Здравствуй, приятель. Смотрю, ты из тех, кто еще ходит, а не бродит. Ха. К делу без лишних сантиментов. Как-то раз я тут шоколадные батончики искал, все перевернул, в общем, набрал порядочно. И черт меня занес в одно место тут, на свалке, в котором в здравом уме да по трезвости не ходят. Знал же, что не стоит туда соваться. Но удача в тот день так перла, а сладенького хотелось, ужас. В общем, драпал я оттуда, так что пятки сверкали. И все, что нашел, там и побросал. В общем, все равно то тут что-то ищешь, принеси мне все батончики. Все, что найдешь, а я тебе кое-что дам. Со старых времен лежит и в ящике сортировал. Там много чего есть, запчасти, говоришь, для автомобиля. А я уж думал, что эти штуки уже никогда никому не пригодятся. Есть они, но строго в обмен на батончики. Так у меня, похоже, сахар в крови упал, так что поспеши, тащи все. Так, слушай, у нас батончики есть. Ага, ему нужно еще два батончика. Так, ребят, нужно искать. Подожди-ка, а что я тут могу сделать? Или это внизу? А я-то думал, мы с тобой нашли нового NPC, ну, который будет у меня работать. Нет, не будет он на меня работать. Кто там скрипит? Джорджи! Родной ты говнюк. Получил свое? Батончики отдай мне. Так, два батончика нам еще нужны, да? Готов. Отлично. Так, ребята, ну ладно, возьмем. Чем больше, тем лучше. Ох, ёк-макарёк. Ну сюда действительно нужно идти. Возвращаться. Кто там еще ползет? Грязный Саймон. Блин. Ладно, пойдем с тобой обменяем ящик. И, судя по всему, нам сюда нужно будет сейчас вернуться. Там еще есть где побродить, что поискать. Ну-ка. Два батончика ему нужно еще додать. Награда отправлена в рюкзак. Ну-ка, покажи мне, что у нас там в рюкзаке. Ну, давай ты уже. Подожди, в рюкзак? Они на почту что делают-то? Обменять ящик. Убей мусорщика. Блин, вы серьезно? Соседи. В глубине свалки, на крыше какой-то разваленной окруженной зомби, я заметил странного чувака. Он сидел на стуле и, богом клянусь, мирно дрых. Пробившись к нему, погорев, я узнал, что его зовут Мёрдок. Он готов поделиться со мной тем, что находит на свалке, если я принесу ему шоколадные батончики, до которых он большой охотник. Так что Мёрдок у нас сладкоежка с подтекшей крышей.
Надеюсь, таким увлечением ему скоро не понадобится зубной врач, а то сейчас с ними проблемы. Впрочем, если зубы и у него сгнили, то мозги нет. Мне нужны его находки, среди них точно попадутся запчасти, необходимые для починки машины у моего дома. Так, мастер-сержант Пэй, ну это уже мы с тобой читали. Так, а что же он мне все-таки подсунул-то? Подожди-ка, тут еще надо. Забираем с тобой опыт. Ящик, вот он, ребята. 9-миллиметровый пистолет мне дали? Да ну нафиг. Подожди, я что-то не врубился. А что он мне сунул-то? Или это у нас на почту что-то улетело? Нифига не понял, ребята. Убить мусорщика — это следующее наше задание. В общем, ребята, я, наверное, побежал до дома выкладываться. Ты посмотри, у нас тут с тобой всякого хлама дофигища. Нужно будет выложиться и опять сюда вернуться, потому что внизу, ну ты видишь, там и зомби, там и ящики у нас есть, которые нам нужно будет вскрывать. Так мы просто очень много лута теряем. Так как тут выйти-то, ё-моё? Ага, вот здесь. Кстати, а что это у нас за задание? Это, наверное, и есть мусорщик, которого я должен, видимо, убить. А мусорщик это кто? Зомби или это чувак? Тоже неизвестно. Тут еще, кстати, можно подобывать глину, древесину. Это кто там у нас, зомби, что ли? Нет, это рейдеры. Слушай, надо ими заниматься позже. Сейчас покидаем эту зону. Блин, полутаться тут, конечно, можно от души. И мне жалко вот этот костюм мой, который на мне одет. Ребят, я не знаю, как бы его, может быть, снять, сохранить, надеть всякий хлам, который у меня есть, и бегать в нем. Вот как вот правильно сделать? Автомат, ну, как мы поняли, ребята, он слабенький, но он очень-очень скорострельный. Тут вот у нас еще босяра есть, которого бы я хотел наказать. Это, ну, я уже говорил, да? Цветочек его звать. Причем сейчас у нас есть с тобой и арбалет, и гвоздомет. То есть оружие есть. Можно, в принципе, завалить его. Ладно, но вначале все-таки выкладываемся. Выкладываемся по полной программе. Блин, где у нас NPC? У нас целых два NPC где-то бродят. И вот, я так понимаю, свалка у нас будет периодически обновляться. Нам надо будет взламывать коробку передач, ключи. То есть без огнестрела там делать нечего. Или очень много брать аптечек. Потому что рейдеров тут хватает. Так, ну что у нас тут с тобой дофигище? Нашивки есть. Так, а если я куртку надену? А, смотри, тут 25 к защите идет, да? А на этой куртке 7. Все равно пускай будет куртка. Я не хочу, ребят, тратить броню. Я ее, наверное, выложу. Трындец просто. Че с этим хламом делать? Выкидывать его, наверное, надо. Или ставить еще один ящик. Делать и продолжать туда складировать шмотки. Так, древесину выкладываем. Так, металл, железо. Так, здесь мы с тобой нашивки выложим. Так, бивни нету? Есть, бивни. Так, ягоды, проволока, кожа. Это все сюда идет. Кожа. Так, веревки, аптечки. Блин, дофига всякого хлама. Здесь выложим с тобой веревки. Травы нету, жира, по-моему, нету, да? Окей. Так, сюда покрышку сбросим. И все. Драгоценности сюда. Не знаю, нафиг они мне нужны. Может быть, я зря их таскаю. Ребят, если кто знает, напишите, для чего они вообще нам нужны, эти драгоценности. Так, проволоку сюда с тобой сбросим. И все, да? Так, в железо
петли. Петли и все, что ли? Так, сюда, наверное, сбросим вот это вот. И... блин, я не знаю, арбалет надо выкидывать, нет? Кстати, давай шапку с тобой оденем тоже. Насколько? Тут 18 в защите, тут 7. Эх, все-таки надо будет еще один сундук сделать для шмоток, потому что, ну, дофигища у нас их. Кстати, а ящик-то ты видел, где у меня находится? Я его в руки зачем-то взял. Использовать. И это все, что он дал мне? Да, не густо. Петли вообще не подходят для машины. Так что он меня обманул, если честно. Он сказал, что он дает детали для машины. Молодец, красавчик. Наколол. Так, для того, чтобы сделать нам ящик еще один, нам понадобится. Так, трава, древесина, камни. Трава, древесина, камни. Да давай ты иди, уже стоит, дергается. Так, древесина, камни и трава. Трава у нас вот здесь лежит. Сколько? Наверное, два ящика мы сделаем. Или даже три. Раз. Два. Три. И все обратно раздаем. Раскладываем. Так, древесину. Я просто не хочу, ребята, чтобы эти камни тут мешались мне. Ну и траву можно вот здесь вот выложить. В принципе, без разницы. Так, и пробирки. И ягоды. Лучше мы сейчас используем, да? Съели. Так, 100% питье. Пускай оно здесь, наверное, лежит у нас. Так. А давай поставим еще один ящик для шмоток. Вот здесь вот. Вот так вот мы сделаем. Еще один ящик мы сделаем, наверное, вот здесь. Не понял. Вот здесь. Вот так вот. И еще один вот сюда. Потом уже их подпишем с тобой. Так, для шмоток. Выкладываем, выкладываем. Это выложу здесь. Все. Пока все, ребят. Не знаю, насколько я крут в такой вот шмотках, в таких. Сейчас пойдем проверим. Убить еще босса. Блин, без еды. Но зато есть бинты. Аптечки. Блин, сейчас такой соблазн меня берет. И сходить на свалку. Попробовать завалить босса вот здесь вот. И сходить здесь. Но здесь нам выгоднее, ребята. Вот где вот эту вот лучшую добычу сделать? Вот скажи мне, пожалуйста. Лучшая добыча. Как мне ее получить? Там такие шмотки выдаются, да? В лучшей добыче. Вот. А как их получить, никто не скажет. Ладно, делаем вход. Слушай, если мы, так я понимаю, еще с тобой набираем 20 шоколадок, мы можем еще обменять у него на один сундук, верно? Сейчас у меня, конечно, мне надо было, наверное, костюм этот не выкладывать, а взять с собой. Потому что фиг его знает, что здесь за босяцкий такой будет у нас. Как вот там, мусорщик, да, величать? Вон он, скорее всего, именно он изображен на картинке, этот мусорщик. Какая-то глыба мусора ходячего, да? Ну что, пойдем. Это я пока не буду собирать. Тихо. Так, пока терпимо. Нам нужно с тобой бинты поставить в ячейку. Твою налево, в ячейку-то я поставил. А потом, если нам понадобится автомат... Что мне делать? Убегать? Переключаться? Наверное, так. Питье. Ладно, пускай лежит. Слушай, ну этого... А, он, их там двое. Даже трое. Ну... Да давай ты уже бомби их. Волчара.
наказал всех. Убей мусорщика. Или мусорщик это какой-нибудь главный рейдер. Такой тоже может быть. Подожди, вот сюда. Так, нашивки. Нашивки это хорошо. Шериф любит нашивки, я смотрю. Так, миско. Куда нам тут пройти-то? А здесь никак, ребята. Только через здание. Стоп. Хм. Не прокатит такой вариант. А как тогда? А, все, я понял. Это же мы на начале. Так, врубился. Кстати, мы здесь в этой сумке все забрали? Все. Мусорщик. Это нам обижать, что ли, все придется дело? Как? Отсюда, что ли? Так, вот этот сундук мы с тобой не шмонали. Так, заберем все содержимое. Так, шоколадки. Там кто у нас? Марв. Заразный Марв. Гвоздомет сломался. Печалька. Что же мне остается тогда брать? Блин, этот арбалет. Слушай, ну арбалет, ребята, хоть он и медленный, то посмотри, по 30 дамага наносит. Это круто на самом деле. Так, шоколадки. Все это дело собираем с тобой. Так, присели и поползли. Кто там у нас? Грязный Остин. Перезарядка, конечно, у этого арбалета желает лучшего. Но у нас есть бинты, так что нормально. Ну-ка в спину этому Джорджику. Так, шоколадки у вас или что там? Именно, именно шоколадки. 20 штук, у нас уже 9. То есть эти зомби любители шоколадок, что ли? У каждого, ребята, почти шоколадка в кармане. Погоди, а вот здесь вот... Какого я зомби тут не проверил и что-то не врублюсь? Ага, вот он. Слушай, дай-ка я, наверное, пистолет дотрачу все-таки. Так, что у нас тут в ящике? Так, лампочки, шоколадка, припарка. Припарку, кстати, можно уже использовать. Хотя нет, радиация не так еще опасна. Ну, что ты там, дрищ, ходишь-то? Минус мозги. Так, а кувалда у меня что? А, есть, есть, все отлично. Металлолом. И вот здесь уже находится, скорее всего, Босяцкий. Ух ты. Усиленные перчатки на руке сидят как влитые. Можно хватать даже то, что не хочет быть схваченным. Даже так. Тогда нам стоит их одеть, наверное. Чтобы не тратить, ребята, наш костюмчик. Все ради этого. Кто тут у нас? Что это за хлыщ? Заразный Остин был. А пистолетик-то все уже, ребята, тю-тю. Видимо, нам придется переключаться с тобой на автомат. Потому что здесь где-то босс. Это он? Что-то он не похож. Готово. Ой. А что я боюсь-то? В хлам их всех, в хлам.
Давай собирай шоколадки. У них их целая куча здесь. Так, ухо. Ладно, ухо тоже заберем. Так, ты посмотри, сколько впереди ящиков, ребят. Раз, потом там еще металлолом наверняка будет. Да ё-моё. Всех распетрушили. На самом деле автомат лучше бы, конечно, нам приберечь для босса. Лучше всего босса валить его, да? А он здесь будет. Мне кажется, он здесь будет и очень даже скоро. Ну давай ты, господи, ну 3 часа ты с этой перезарядкой дурацкой. Слушай, ну свалка действительно огромная такая локация. Просто... Так, тихо, грязный Остин бежит. Слушай, он медленный. От него даже можно успеть отбежать. Ага, фиг там. Ну все, ему крышка. Подонок. Так, а босс у нас находится вон там, скорее всего. Слушай, у нас уже 17 шоколадок накопилось. Давай-ка потихонечку с тобой посмотрим на этого босса. Чего? Ой. Так, я зашел сюда, да? Ёк-макарёк, друзья мои. Да, наш персонаж аж немножко в шоке. Чего он там? Машину сломал? Я думал, он сейчас машиной будет бросаться. Сколько у него хп, интересно мне знать. Чего? Так, стоп. Закрыть. Так. Берем автомат. Берем автомат. Шоколадки я тебе кушать могу? Всего 3 хп восполняет. Тогда берем... А я что, аптечки выложил? А, они у меня, фу ты. Ну что, давай потихонечку. Да ты-то что прешь сюда, сука говна? Присядь ты в конце концов уже. Чего? Нужно что-то выпить. Вот это выпей. Оно не помогает. Тут только сытость дает. Подожди, а где питье-то? Вот, есть питье, ребят. Но этого мало. Этого мало, блин. Вон он, сколько же у тебя здоровья, гаденыш. Мусорчик, всего лишь 1200. Воу-воу-воу-воу, что он там собирается делать? Да вот он псих-то. Давай атакуй уже его. Он призывает, да? Тогда бомбим его. Уходим, 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 уходим. Он меня оглушил. Вольнем этого мусорчика, вольнем, тебе говорю. Пить, блин, хочется. Ну, есть говнюк. Вот так-то. Оу, сколько у тебя шоколадочек-то было. Так, тут еще и сундуки. Слушай, мне нужно что-то попить, ребята. Блин, иначе от жажды сдохнем, блин. Штаны изучаем. Шоколадки, пластик, это все забираем. Так, еще один сундук. Что здесь? Ох ты, арбалет двухзвездочный, ребят. Блин, как же я с водой-то лопухнулся, а? Да, это же жесть. Воды нету. Так, арбалет. Сейчас мы этого гаденыша накажем. Че там ползешь, каракатица? Так, друзья мои, нету питья. Нигде абсолютно здесь нет попить.
То есть я эту локацию зачистил. Мусорчик, можно забирать награду. Все. Задание на свалке у нас выполнено. Сбежать от босса. Если ты покинешь это место, все предметы и прогресс будут утеряны. Так подожди, а... Ну я же завалил босса. То есть почему я должен сбегать от него? Вы тогда завершайте это задание, эй. Странно, ладно, подтвердить. Ну что, поползли с тобой опять наверх. Будем сейчас обменивать. У нас место есть, кстати, в инвентаре? Есть. Так, я что-то не понял, эти зомби что ли вернулись опять все на место? Шоколадки. Так, здесь еще сундуки. Ё-моё. Питьё мне нужно. Опа, штаны, шоколадки, химия. Используем. Ну-ка, дай-ка я его нагну. И этого тоже. Так, ломаем. Металл. Что здесь? Еще одна куртка. Это... Та куртка была лучше. Да, да, это лучше. Слушай, ну припарку придется использовать. Заберем куртку. Гвозди. Все, нужно. И это, ребята, это у нас еще фул рюкзак, ты понимаешь, фуловый. То есть все ячейки открыты. Вот тебе представь, как здесь бегать с тем, с нашим первоначальным рюкзаком. Где 6, сколько там, 6 или 8 ячеек не хватало. Ох ты, труба. У нас даже шоколадки уже не вмещаются. Выкидываем это все. Так, секунду, уши. Два уха. Биту я, наверное, выброшу. Блин, биту выбрасывать жалко. Нашивку? Ну, нашивка нам пригодится. Сделаем вот так вот. Рыскаем дальше. Так, пойдем-ка мы, наверное, с тобой все-таки обменяем шоколадки. У нас, по крайней мере... Освободятся с тобой ячейки. Так, а где он у нас находится? Вот здесь. Слушай, а вон там я не был. Не добежал, видимо, да? Так, ну что, чудик, будешь обменивать? Чего не понял я? Чего мне хватает-то? Так. Получил награду Мёрдока. Показать рюкзак. Подожди. Награду Мёрдока. Мне надо еще обмениваться. У меня еще шоколадки же. Возьми. Три сундука у нас, да? Четыре сундука. Так, шоколадок больше нету. Ну что? Блин, про питье забыл. У нас питья нету. Блин, если я опять побегу в город, мне уже не хватит сюда вернуться. Ну, не в город, а домой. Мне не хватит сюда уже вернуться, ребята. Вот в чем проблема. Энергии. Вот я о чем. Нужно срочно что-то выпить. Видишь, он от жажды, ребята, страдает. Если бы ты мог хотя бы траву облизывать, обсасывать. Так, вот здесь, да, мы с тобой. Ну что, давай накажем его. Заразного марва этого. Сейчас мы его накажем. О, у нас питье-то вообще кончается. Наказали. Так, шоколадки, ткань. Это все нам пригодится. Ломаем. Металлолом. И последний сундук. Так, изучаем. Забираем, забираем. Все, ребята. Пора покинуть нам это место. Иначе без питья мы долго здесь не протянем. Так, подожди-ка, а эти еще. Блин, а эти как я упустил, а? Они же где-то здесь, да, у нас бродят. Так, этого сразу наказал. Еще минус один. Ну давай, да господи.
Еще и арбалет сломался. Оружие тут ломается, офигеть как. Кто-то мне сказал, что точильный камень не нужен для того, чтобы чинить оружие. Проверим. Только вот когда и где, фиг его знает, и на чем. Так, у меня всего лишь 4 воды, ребята. Четыре водички. Да уходи ты, блин. Не, надо сваливать. Ё-моё, я не то место взял, чтобы сваливать. Не туда я побежал. А где тут выход-то? Все, выбежали, да, типа? Какой ты... Подтвердить. Все, ребят, меня сейчас завалят здесь. Нужно срочно что-то выпить. У меня уже, ребята, тратится здоровье. Если я срочно не покину... Блин. Как эту локу покинуть? Твою налево, а. Доигрались, блин. Да, тут еще и рейдеры. Пипец, да, это локация свалка. Это очень огромная локация, ребята. Ты видел, сколько там еще можно было бегать? А к этому боссу, я так понимаю, ребята, можно даже не один раз заходить. Скорее всего, ну, после обновления, естественно. Погнали домой. Ну вот, ты видишь, у нас остается с тобой 46 энергии. Максимум, что я могу сделать, это... Ну, до свалки... до универмага, наверное, у меня не хватит. Хотя добежать хватит, но... А давай попробуем с тобой туда сбегать и разобраться там с этими охламонами. Чем черт не шутит, да? А обратно уже пойдем пешком. Ну, естественно, это будет конец серии. Потому что он будет идти сюда, наверное, минут... Какой там минут? Наверное, часа 3. Скорее всего, не меньше. Так, давай смотреть, что у нас тут есть. Во-первых, надо попить, срочно попить. У нас с тобой тратится жизнь. Так, вот оно. Подожди, а где пить? А где питье у меня? Блин, нифига себе, как ягодный сок, ребята, утоляет жажду. Так, выкладываем шоколадки. Из хавчика здесь ничего у нас больше нету, да? Получается. Так, выкладываем уши фриков. Нашивок нету. Так, теперь шмотки. Ну, хотя бы нормальные шмотки уже начали выпадать. Куртки там всякие кожаные. Так, возьму трубу, она все-таки будет получше, чем бейсбольная бита. Выложим перчатки здесь. Выложим автомат. Или его возьмем с собой. Фиг его знает. Так, ладно, шмотки выбросили, короче. Че, какая загрузка-то, ё-моё, вы о чем? Закройте это все. Здесь выложим тряпки все эти, которые собираем. Гвозди, древесина. Сюда, естественно, доски. Вот, блин, у нас и досок, ребята, уже перебор. Бытовую химию выкладываем сюда. Я, наверное, думаю, наверное, и пластик здесь же выложим с тобой. Лампочки. Так, остается у нас что? Ну, металлолом. Металлолом, нашивки, веревки. Веревки сюда выложим. Так, сюда выкладываем с тобой. Блин, все так разбросано в попад. И металлолом. Гвозди, это тряпки забыл выложить. Вот она, невнимательность. Так, тряпки. И нашивки, да? Так, открываем теперь с тобой вот эти ящики. Что у нас есть? Ага. Использовать. Использовать. Воу-воу-воу, смотри, вот это уже другой разговор. Вот это уже другой разговор. Так, подшипники. Раз,
Горючка, ДВАЗ. Так что ему еще тут нужно? Горелка. Так, это нам не надо. Вяленое мясо. Слушай, а сколько вяленое мясо нам дает? 14 к отхилу, 10 к голоду. Тушенка будет получше. Тушенка будет получше. Слушай, ну такие макары мы с тобой, наверное, насобираем. Нафиг сюда пришел? А, поиск, ну давай сделаем. Так, хочет получить и даст нам. Фу, на изи. Подтвердить. Хотя подожди, давай-ка еще сделаем поиск. Может там что получше будет. Опа. Вот это меня больше устраивает. Арбалет. Подтвердить. Ждем, когда чувак появится. Что он там попросил? Клей момент, уголь и что-то еще, да? Клей момент. Клей момент. Потом он попросил, по-моему, уголь. Блин, залез не туда, куда надо. Так, уголечек мы ему возьмем. И что-то еще он там просил. Уже, блин, не помню. Так, а нам надо выложить с тобой хавчик. Вяленое мясо выкладываем. Так, аптечку. Слушай, да и еду я тоже выложу, потому что у нас есть аптечка, нам этого хватит. Вот это я заберу с собой, надо наполнить водой. И заклепки выкладываем. Так, заклепки у нас вот здесь. Все. Так, пойдем с тобой поставим здесь на воду, на добычу воды. Пускай эти сумки набираются у нас. Так вот. Эти заберем с тобой. Значит так, труба, автомат и пистолет. Ну, пистолет уже можно не считать, потому что он, ребята, уже не жилец. Единственное, что нам нужно подождать, это торговца. Когда он придет, мы обменяемся с ним. Кстати, по поводу мяса. И что у нас тут? И уголь. Уголек заберем. Выложим. Уголек выложим. Так, тут еще и камни сделались. И доски. Почти доделались, ребят. Слушай, а что у нас по тачке? Вот это вот, набор строителя. Куда его, блин, толкнуть? Ремкомплект. С помощью его, так, можно отремонтировать. А, турели можно ремонтировать. Все, понял. Так, ну да, ёпрасоте, блин. Камни сюда. Доски сюда. Так, а вот и торгаши прибыл. Так, я забыл, что ему нужен за третий ингредиент. Привет, мы с тобой договаривались. Да-да-да, мы с тобой договаривались. И... ага. Ему нужны кожа. Ему нужна кожа. Кожи у нас хватает, поэтому... поменяем. Просто я, ребят, хочу получить себе двухзвездочный арбалет. Я знаю, что он будет не целый. Но это все-таки оружие. Так, берем. Ух, целый, ребята. Он мне дал целый арбалет. Красавчик. Причем двухзвездочный, как и этот. То есть довольно-таки мощный. Слушай, ну тогда мы с тобой выкладываем все эти пуколки ненужные, которые у нас с тобой находятся. Так, автомат. Автомат, наверное, я оставлю. Вот пистолет я выложу. Ну и все остальное, в принципе, тоже можно выкладывать. Так, а водичку нужно ли нам взять с тобой? Выкладываю нафиг эту воду с собой таскать еще. Так, кожа. Так, уголь, химия. Химия. Химозу выкладываем, это тоже выкладываем. Так, уголь и тыква, да, получается. Ну, уголь, естественно, на свое место. Ать-ать, вот так вот, ребята. Придется что-то бросать нам на переработку. Скорее всего, вот сюда, а нас хватит. Хватило, все ему влили.
Так, и хавчик. Вот так вот укладываем. Все, ребята. Ну как думаешь, мы сможем с тобой победить цветочек в универмаге? Пока не проверим, мы не узнаем. Но если накажем, это будет круто. Так, блин, вот как вот волка бы мне еще победить хотелось бы. Там же нужна волчья кровь. У нас задание с тобой, да? Так, и сколько у нас? 21 энергию требует. Ну, слушай, мы сможем с тобой вернуться обратно, в принципе. Единственная проблема в том, что инвентаря, я боюсь, не хватит. Кстати, вот я подшипники влил в машину, да? А ведь, скорее всего, мне нужно было идти на мост и починить мост. Если мы его чиним, ты не забывай, что у нас открываются новые локации. Надо будет, кстати, сбегать и посмотреть, что вообще там нужно. Так, ну, здесь у нас, ребята, как вы знаете, долгая песня будет. Я пойду, наверное, просто на прорыв через сам универмаг. Я сейчас не буду здесь лазить, открывать все эти ящики, фигащики. Просто на прорыв. Ну, кто по пути будет встречаться, естественно, будем наказывать. Типа вот так вот. Тыч! Можно по стелсу, наверное. Блин. По стелсу. Так, что у тебя там, говнюк, лежит? Тряпки, тряпки нужны. Слушай, ну вот с этими хламонами, я думаю, можно будет и с трубой, да, разобраться, в принципе. На них просто тратить жалко мне. Патроны, сам понимаешь, да? А так мы с собой тратим броню. Вот тебе и усиленные перчатки лопнули. Уже. Марфа. Услышали, бегут. Ну давай ты, господи, убивай ты их быстрее. Так, минус. Минус. Что там у этих хламонов лежит? Пробирочки. Пробирки, ребята, нам нужны для этих. Для аптечек. Для бинтов, по-моему, даже. Так, тряпки. Ну что, заходим внутрь? Заходим внутрь. Кто-то мне из подписчика спрашивал, где брать кожаные ремни. Ребят, ну здесь все рандомно, все ищется. Опа. Неплохенько, микросхемки это нам нужны. Так, сундук, сундук, сундук. Давай-ка мы его вскроем, посмотрим, что у нас тут. Еще водосборник нам нужно с тобой улучшить до 3 уровня. Консервы. Так, ломай. Чего? У меня что, топора нету, что ли? Сейчас, ребят, сигнал. Видишь, сигнал был? Вот это говно тут всякое на нас бежит. Видит Джорджиков. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! У вас не слишком ли тут много? Паразит вы несчастные. Да отходи ты, блин, стоишь там, улыбишься, блин. Какой ты непутевый, а. Все. Разобрались. Так, кто у нас тут необлутанный? Вот этот вот. Тряпка. Марля, блин. Ухо. Так, слушай, нам нужно с тобой здоровье подлечить. Окей, нормуль. Так, арбалетик. Погнали. Так, что у тебя-то там есть в закромах? Веревочка. Так, ну что, пойдем, наверное, по сокращенке, да? По сокращенке. Так, я этого сейчас накажу. А это уже услышал, бежит партизан вонючий. И тот еще бежит. Вот объясни мне, с какого перепуга этот грязный Марв меня увидел или услышал? Стоял фиг знает где, за километр от меня, ребят.
И ведь все равно, да, среагировал. Ну ладно, раз мы его подбили. Сейчас пойдем тогда откроем ящик, что там. О, фиолетовое ухо. Что здесь? Опа, отлично. Это изучаем, это забираем. Там у нас... А, это ящики снаружи. Так, тут у нас где-то Джорджи. Так, минусанули. Теперь вот этого громозеку надо подбить. Боб. Марли. Шваркнули. Так, блин, топора нету. Цветочек, по-моему, где-то здесь, ребята, у нас. Уходим, блин, со своей перезарядкой ты достанешь любого, блин. Давай вот этого шваркнем. Все, побежали, побежали, пока этот кусок говна тут. Слушай, а что я радуюсь, ребят, у нас арбалетик-то сейчас закончится. Все, сломался арбалет. Блин, так я не посмотрел, кстати, по поводу точила. Как ремонтировать оружие, если оно ремонтируется. Ухо. Ухо, горло, нос. Ну что, впереди вон там цветочек стоит. Нет? Нет, это не цветочек. Это грязный марв. Или просто марв даже. Да, это обычный марв. Цветочек у нас будет впереди. Вон он, ребята, вон он, этот цветочек. Ну что, проверим? Ну-ка. Ух, тихо-тихо-тихо, уходим. Понятно. Да ты встань, ты... Я боюсь, ребят, что он постоянно будет оглушать. Уходим. Успел. Так, продолжаем бомбить его. Сейчас будет масуха, да? Ага. Давай, где ты там? Паршивый этот цветочек. Ну, это самый легкий, ребята, босс. Получается, у него всего 450 хп. Отходим. Ага, промахнулся говнюк. И добиваем. Все, что там у тебя вкусненького? Ну-ка, покажи. Че, умоляю. Нищеброд, конечно, ты, чувак. Нищеброд. Ничего хорошего с собой не там. Он здесь охранял два сундучка вот этих. Ух ты, ух ты. Так, полезные плюшки. Так, здесь у нас что? Отлично. Все, здесь больше ничего нету. Так, это я сломать не могу. Это тоже. И этого марва сейчас... Блин, не того ты шлепнул. Джорджи, конечно, надо сносить Джорджика. Вскрываем. Опа, тоже неплохо. И все. Так, у нас, ребята, остается всего лишь одно место, куда я не заходил. Блин, конечно, эти ящики хотелось бы сломать. Вот оно. Тут они охраняют свое дерьмо. Так, в минус. Че, ребят, потеряли меня, что ли, там? Эй, дауны. Да отойди ты, блин. Минус один. Заразный марв. Блин, опять пить хочем. Опять мы хочем пить. Слава богу, у меня и есть что хлебнуть. И перекусить, кстати, тоже есть. Отходим. Отходим, я тебе говорю, олух. Раз. Два выстрела еще. Два. Три. Облутаем этих чувачков. Ухо. Трепка. Марля, блин. Так, тихонько. Вот здесь, ребята, сколько нам нужно еще? Два баллона. Блин, тут надо их два сразу же, я так понимаю. Да дай ты говорю. Ладно, может быть, здесь баллон еще будет один.
Не дали, друзья мои, они мне баллон. Сюда надо приходить с топором. Все это ломать. Нет, я, конечно, могу еще сделать попроще. Выйти снаружи. Сделать себе топор. Там, по-моему, деревяшки у нас есть, да? Все это есть. А здесь можно, в принципе, арбалет заменить на трубу. Вот так вот. Погнали, сделаем с тобой топорик. Залутаем здесь металлолом. Потому что я сразу рванул вовнутрь. Снаружи-то здесь тоже, по-моему, есть что залутать. Или нету? Так, у нас деревяшек здесь не будет, что ли? Да ну, быть такого не может. Вон деревяшки лежат. Шапка. Изучить. Выпить. Так, деревяшечки собираем. Нам нужно 3 деревяшки, да? И 3 камня. Лежишь, теперь я тебя не вижу, что ли? Саймон ползун. Саймон дохлун. А вот кожу мне уже никуда не положить, ребята. Лежит там пройдоха несчастный. Активировался, пополз. Да, нету тут камней, к сожалению. Погоди-ка. Так, секунду. Нам можно еще выйти снаружи. Потому что там зомбарик ползает. Ага, вот и камень. Слушай, ну тогда все на мази. А, блин, не хватает места. Ай, что же сделать? Вот это, наверное, выбросим с тобой. Доски мы оставим. Это надо было, наверное, туда забросить. Ладно, фиг с ним. Мне нужен топор. Даже если я сделаю топор, блин, я ничего не смогу залутать, верно? Потому что у меня не хватит места. Ай, все одно к одному, ребят, идет. Ну, конечно же, этот гад издалека меня видит. Никто, блин, не видит, а он видит. Шапка кожаная сломалась. Как оно все быстро ломается здесь, а? Ты посмотри. Практически моментально. Что у нас тут в этой сумке лежит? Питье. Используем сразу. Траву я даже брать не буду. Трындец, короче. Хотя там есть камень. Ребята, камень вон он. За воротами. То есть, ну, топорик я могу себе создать, да? Топорик мы с тобой создадим. В плане недостаточно места в рюкзаке. Трындец всякого хлама. Ладно, пошли отсюда. Сюда просто надо прийти уже с пустым инвентарем, ребята, и все собирать. А у меня энергии не хватит, да, вернуться? Твою дивизию, блин. Сколько у нас? 32 энергии. До дома нам бежать, да, нам не хватит. Ну, зато, ребята, считаю, сегодня было довольно неплохо. Мы убили 3 боссов. Медведя, мусорщика, цветочек. Хотелось бы, конечно, еще с этим мутантом, ребята, как-то сразиться и победить его. Но надо будет, ребята, укрепиться, усилиться. Нужна броня офигенная, нам нужно оружие обалденное. Только после этого, естественно, мы здесь справимся. Автомат меня порадовал, но, как ты видишь, он уже практически весь потратился. Поэтому вот то, что они в магазинах предлагают за донат, ребята, это, мне кажется, даже не стоит брать. Потому что это все быстро у тебя закончится, и ты просто деньги на ветер сольешь. Секешь, да, чем я? Так, давай-ка мы, наверное, горючку с тобой забросим здесь. И все. Ага, вот еще что можно сюда закинуть. Так, нам нужны будут с тобой какие-то бруски. Я так понимаю, это дубовые, да? А, сосновый брус. Горелка. Блин, коленвал.
В общем, еще прилично тут искать всего. Что нам выложить с тобой? Так, химоза, селитра. Ну, селитру мы сейчас выложим сразу же. Химоза. Так, камни, железяки. Ладно, ребят, это я все уже, наверное, выложу за кадром. Не буду я вас сейчас томить. Будем завершать эту серию. Я думаю, что все-таки удачно, да? Можно было бы, конечно, с такой амуницией спуститься в подвал. Кстати, про подвал вы мне сказали, лучше туда не лезть. Там тебе, типа, будет плохо. Я не знаю, ребята, в чем там будет плохо. Давай-ка мы сыграем еще с Бетти. Давно мы ее не навещали. Так, давай дальше играть. Ну, какая синхронизация данных? О чем вы там вообще? Пишите мне. Опа, везет-то как. Комбо X2, ничего себе. Симпатия плюс 6 сразу же. Два раза подряд угадываешь, ребята, тебе идет комбо. Так, симпатия плюс 1 всего лишь. Раньше 2 давали, а сейчас плюс 1. Отлично, плюс 3. Ну давай, давай, давай. Опа, плюс 6. Я так понимаю, если еще выиграешь, будет плюс 9. Да? Так у вас это все работает. Давай еще разок сюда. Ага. О, симпатия плюс 12, неплохо. О, уже 206. Нам остается совсем немножечко. Вот это. Ух, плюс 24. Слушай-ка. Так, друзья мои, открылся новый костюм у нашей Бетти. Такой довольно сексуальный, да? Трусики и бюстгальтер. Все в стиле американского флага. Давай вот этот. Ать! Твою налево. Ну. Вот это. Да чтоб тебе. Ну, ладно, ребят. Я считаю, и так неплохо. Мы с вами даже вон перешли этот барьер. Пойдем теперь с ней сходим на свидание. Оу, щит. Она нас встречает в ванне. Смотри-ка. Совсем другие уже даже награды. И новиночка у нас. Повышается коптильня. Так, скорость крафта на 30%. Вот так вот, ребят. Мы не зря все-таки к ней заглядываем. Не зря все-таки с ней флиртуем. И за это получаем неплохие довольно-таки плюшки. Ну что, друзья мои, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!